Олег Маслов, наш большой друг, прекрасный художник, человек, которого мы знаем уже очень давно. Я могу сказать, как я познакомился с Олегом Масловым, или тогда мы еще не были знакомы, на выставке в 86-м году или 87-м художник Аникушин пришел и стал жутко совершенно критиковать выставляемые работы независимых молодых художников. И все стояли, понурив голову. Единственный человек, который поднял свой голос в защиту, это был молодой, прекрасный мастер Олег Маслов, который сказал Аникушину примерно следующее. То же самое и сказал. Идите вы, дорогой Аникушин, вы вообще кто? Вы вообще художник или кто? Что вы тут на нас, что вы тут такое рассказываете? И с тех пор Олега Маслова мы все полюбили, подружились, и что любим его и дружим с ним до сих пор. Чем счастливы безмерно. Ура! Ура! Я этого человека очень люблю. Покажите его лицо. Заботливый папаша. Ну, еще конфетами набила пасть. Вот такой щас! Открой рот. Подожди.